Всем привет! В эфире программа «Афиша», и сейчас мы поговорим о самых ярких культурных мероприятиях этих выходных, что непременно стоит посетить прямо сейчас в нашем обзоре. В пятницу вечером идем греться во дворик музея «Модерна». Там нас ждет концерт группы «Поттерс». Музыканты будут радовать золотыми хитами эпохи свинга 30-40-х годов. Прозвучат любимые мелодии Фрэнка Синатры, Дина Мартина и Бинга Кросби. Классический спектакль состоится в пятницу в усадьбе Алексея Толстого. Для гостей устроят необычную экскурсию по усадьбе. На этот раз рассказывать будут не словом, а языком тела – танцем. В субботу Самарский художественный театр представит вниманию зрителей премьеру спектакля «Повесть о настоящем человеке». На сцене история легендарного советского летчика Алексея Моресьева, который лишился ног, но не сдался и благодаря своей силе воли вернулся в строй, продолжив совершать боевые вылеты. Труппа театра посвятила спектакль всем медицинским работникам, которые героически противостоят пандемии 2020 года. Премьера состоится в ДК «Железнодорожников». Суббота богата на события. Для самарцев выступит Академический симфонический оркестр Самарской филармонии под руководством маэстро Михаила Щербакова и скрипач с мировым именем Вадим Репин. На сцене прозвучат первая симфония Петра Чайковского, а также скрипичный концерт номер один Дмитрия Шостаковича. В воскресенье Самарская филармония станет площадкой для международного фестиваля «Самарская осень-2020». На сцене литературно-джазовый спектакль «Иосиф Бродский. Пилигрим». На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи!